все те политические возможности, которые сейчас есть на территории Евразийского Союза, для того, чтобы наш экспортный потенциал мог развиваться, увеличиваться. У нас огромный потенциал. Я в этом очень даже верю, и мы сейчас видим, разговариваем с предпринимателями, у них горят глаза. У них появилось большое желание производить. Раньше, к сожалению, вот, в связи с различными условиями, рынок сбыта был ограничен для крупных производителей. Сейчас, вот, приведу пример, вот, мне будет предприниматель говорит, вот у меня там 100 тонн морковки, вот, могу я продать в Россию? Вот, и мы говорим, ну 100 тонн это практически в одной хорошей сеточке, это день продаж. Поэтому здесь надо очень важно понимать, что нужно развивать производственный потенциал. Здесь необходим, вам как законотворцу, все-таки хотелось бы попросить, чтобы вот, сделали большие приоритеты для того, чтобы создавать условия для производителей. Условия для, опять же, определенного стимулирования малого и среднего бизнеса, производителей. Льготы, какие-нибудь кредитования, вот то, что необходимо для того, чтобы экспортер из Казахстана попал на российский рынок. Я думаю, что рынок, в частности России и Евразийского Союза, это огромный рынок. И даже если мы увеличим наш производственный потенциал в разы, то мы этим самым все равно не сможем работать на полную мощность, чтобы полноценно на всю катушку работать на российском рынке. Нам надо работать и работать. Конечно, у нас есть много предложений по этому поводу. У нас есть много замечаний даже. Вот вам, как законотворцу, хотелось бы все-таки заметить, что вот вы очень тщательно следили все-таки за исполнением тех норм международных, которые предупреждены между государствами. Потому что у нас, вот, ну, скажу абсолютно прямо, вот, даже вот приехали областцы из Кыргызстана, то есть у нас были какие-то проблемы на казахской границе. Да, вот эти моменты, конечно, мы это все вам в официальном в виде сделано обращение, чтобы вы обратили на это внимание, но как бы, на самом деле проблем очень много, но я думаю, что они все решаемые, потому что как бы, все мы не вступили в юридический только вот сейчас мы проходим этап интеграции, конечно, будут свои подходные карты, свои трудности, но я думаю, что вот через некоторое время мы все это ликвидируем и как бы, выйдем на новый этап развития нашей страны и экономики Казахстана в целом. Спасибо.